Посмотри, это многоэтажный дом. Здесь целых 4 этажа. Первый этаж, второй этаж, третий этаж и четвертый. И в этом доме 4 подъезда. Первый подъезд, второй подъезд, третий подъезд и четвертый подъезд. В каждом подъезде у нас живут животные. И представляешь, в каждом подъезде все животные разные. Есть овца, есть свинья, есть цыпленок и есть собака. И на каждом этаже тоже все животные живут разные. В одном подъезде 2 свинок быть не может. На одном этаже 2 свинок тоже быть не может. Все по одному, чтобы не повторялись. Овечка живет внизу. Наверху живет свинка. Цыпленок живет на втором этаже, а собака на третьем. Давай с тобой расселим животных по этажам. Итак, у нас с тобой есть свинка, цыпленок, овечка и собака. Начнем с собаки. Собака живет на третьем этаже. Нам нужно отправить собаку на любой этаж, кроме третьего. Я отправлю собаку вот сюда. Свинка живет наверху, значит, свинку мы можем отправить на этаж ниже. Цыпленок живет на втором этаже, но его нету на первом, на третьем и на четвертом. Пусть будет тут. Овечка живет наверху и на каждом другом этаже. Тут ее быть не может. Давай отправим нам овечку вот сюда. Давай теперь с тобой подумаем. Наверху кого нету? Кого надо поселить на самый верх? Кого? Овечки там нету, свинки или цыпленка вот тут. Все есть, а кого-то нету. Кого нету наверху? Да, правильно, нету овечки. А, тут 2 овечки. Что-то не то. Давай мы эту овечку поселим в другую квартиру. Так, тут у нас, смотри, есть овечка, свинка и целых 2 места свободных. Свинка у нас уже есть. Давай селить цыпленка. На этом этаже цыпленок уже есть. Значит, куда его нужно тут поселить? Вниз, правильно. Хорошо, дальше. У нас свинка, собака, цыпленок и овца. В этом подъезде кого не хватает? Посмотри внимательно. Кого тут не хватает? Да, собаки. Верно, тут не хватает собаки. Хорошо. А в этом подъезде посмотри, кого не хватает. Кого тут не хватает? Да, свинки, верно. Хорошо. А на этом этаже тогда кого у нас не хватает? Давай смотреть. Кого из 4? Кого тут не хватает? Собаки, точно. Но 2 собаки в одном подъезде жить не могут. Поменяем собаку местом со свинкой, чтобы все разошлись. Так, в этом подъезде остался 1 домик. Кого тут не хватает?
Кого? Смотри внимательно. Да, овечки. Так, дальше давай смотреть. Тут тогда кого не хватает? Свинка уже есть, значит, цыпы, конечно. И в этом рядочке, и в этом подъезде нету свинки. Вот, отлично, мы справились, класс. В каждом подъезде животные не повторяются, и на каждом этаже животные тоже не повторяются.